вот такая вот красивая белая птица, у нее вот такие вот красивые глаза, вот такой вот красивый, не знаю точно, как этот цвет называется, потому чтобы не обмануть, он какой-то розоватый, там, фиолетовый вот тут. Поэтому точно сказать не могу. Щечки у нее сделаны розовые. Вот. Очень красиво сделана. Птица сделана в сидячей позе. Хотя у нее для того, чтобы лететь, крылья расставлены. Сзади у нее сделан красиво хвост. Сделан вместе с той штукой, которую надо ее запускать через рогатку. Рогатки у меня нет, поэтому когда-нибудь в следующий раз покажу, как ее запускать. Вот. Розово-фиолетовый. Вот тоже хвост, как у нее и хохолок. Вот. Так красиво сделано. На других птицах я показывал, что хвост черный. Вот. А у нее он не черный. Он у нее вот такой. Вот она в полете летит вот так вот. Поэтому если я ее сейчас запущу, она будет лететь хохолком. Потому что она сидит в сидячей позе. Она не будет назначена лететь, хотя крылья у нее расставлены. Передние лапы у нее сделаны не так, как у других птиц. У нее они как-то вот так вот красиво сделаны в сидячей позе, необычному. Хохолок у нее тоже вот так вот шевелится. Вот. Что тоже довольно-таки необычно. Потому что у других Angry Birds я такого не видел. Вот. Вот. Еще что меня поразило в этой птице, что у нее вот такой большой клюв. Не такой, который клюет, а такой, закругленный, на конце. Вот. Так. Вот. Не заостренный он, а закругленный, вот. Поэтому меня это тоже поразило, поэтому как, вот. Я сейчас вот показал, как ее кидают, как ее запускают, но я это не совсем себе представляю, вот. Так вот, кинуть ее могу. А так, чтобы она при этом летела, особо и не могу показать. Поэтому вот, как-то так, как получается. Вот сзади она выглядит вот таким вот образом. Снизу, ну, так вот, круглая у нее вот такое вот, на чем она сидит. Но это чтобы она не перекидалась, она так вот сделана вот красиво. У нее вот такие вот лапы сделаны. На них вот видно, что много-много перьев, что очень красиво передает птицу. Поэтому, кому понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки. И советую обратить на ее глаза внимание. У нее вот такие вот глаза красивые. Вот. Брови. Брови у нее тоже необычные, маленькие такие вот. Даже не могу сказать, как это описывается, вот. Что я подумал про эти брови. Поэтому тут у каждого, я думаю, свое мнение. Птичка вот покраснела, у нее розовые щечки. Поэтому птичка красивая. Необычно. Эта птичка не последняя, поэтому подписывайтесь на канал и ждите еще не раз птиц на этом канале.